Привет, друзья! Обзор, как называть, сибитер. Ну, водка обычная, по сути. 38% сибирское разнотравье. Производитель Омск. Омск. Омск, Омск Винопром. Есть еще кедровый, тот был более-менее ничего, а вот этот вот, ну так, на троечку, а этот прям плохо было несколько дней, так что ни в коем случае не покупайте, стоит 350 рублей, противный и плохо потом очень, несколько дней, ну если вот грамм 200 выпейте, вот такой вот ужас. Ну и про эту марку я говорил уже вам, что она нафиг не нужна, если государство не может проконтролировать качество просто в магазинах, и эта бумажка не поможет. Но вот как раз вы видите сейчас, что плохо стало, а есть и в магазине куплено, спар-семья, и наклейка есть, и херню продают, потому что бандитское государство для рабов здесь будет всегда херня. На этом все. Пока. Твиттер. Говно.